Персонажи Диснея, у которых на самом деле не было хэппи-энда. Венди из Питера Пэна. Венди вот-вот превратится из маленькой девочки в юную девушку. Именно в этот момент Питер Пен увозит ее вместе с братьями в Неверленд. Венди быстро влюбляется в него, но несмотря на то, что Питер отвечает ей взаимностью, его больше беспокоит другое – как остаться ребенком на всю жизнь. Поэтому, когда Венди с братьями начинает скучать по дому и решает вернуться в Лондон, Питер отвергает девушку. Покинуть Неверленд значит повзрослеть, поэтому Питер бросает Венди. В конце мы видим, как отец Венди разрешает ей какое-то время пожить в детской и немного отложить ее переход во взрослую жизнь. Мы понимаем, что у девушки еще остались чувства к Питеру, который никогда не сможет ответить ей взаимностью, потому что не хочет взрослеть.